турецком Белике на поле спорткомплекса «Глория» «Жемчужина Сочи» принимала «Волгарь Газпром». Здесь сочинцы провели свой заключительный сбор и этим матчем завершали подготовку на Средиземноморье. Вратарям в этой встрече работы хватало. Поначалу они партнеров выручали, но на 35-й минуте Комаров был бессилен после удара головой в исполнении Пападополоса. Подачу от углового флажка здесь умело исполнил Рикардо. Не зря сочинцы отрабатывали накануне стандарты на тренировках. Астраханцы тоже имели несколько шансов отличиться после стандартных положений. В первом тайме не получилось, а вот после перерыва они добились своего. В одном эпизоде Александр Плотников справился с ударом, а вот в следующем на выходе сыграл нерасчетливо, и Антипенко его опередил. 1-1. Ничья, в принципе, устроила оба коллектива. Команда Станислава Черчесова после этой встречи отправилась домой, а у подопечных Льва Иванова сбор Турции продолжится до 27 марта.